Это все жилье, да, получается? Да. Круто. Так, выключаем свет. Тут душевая кабинка. Тут одна комната. Они еще не заселенные, да, получается? Ну, нема нашей лекарь. Это должны после окончания приехать студентки, да, сюда? Ну, или врачи там. Да, непонятно, кто будет. А на втором этаже что? У нас нема приютажа. А, это у нас все одноэтажное? Да. А где что-то кабинеты приема врачей? Вот где дальше. Врачей тоже пока нема, да? Есть. Это самое, что она тебя поставила. Это так тоже палец. Снимем для видеоблога. Ну, смотрите, все цивильно, вообще красота. Еще и оборудование новое. Да, это ФЗТ кабинет. Ничего себе. Тут один кабинет для лекаря. Это акушер? Ну, типа того, да. Прикольно. Но врачей нема, да, поки еще? Приезжаю. Приезжаю? Ну, а як медицина, це все безплатно, чи буде? Ну, поки безплатно. Дякую. Там же кабінети. А, ну-ка, йдемте. Тут ось для діток щеплення проводять. Ага. Все, нічого себе, красота. Червона вишка. Це головний лікар, да, походу, чи? Да, чи як? Це тут я сиділа. А, ну це ти головний лікар, да? Ні, я медсестра. А. Ось у нас дорога апаратура. А ну-ка покажи, що це за. Що це за? Телемедицина. Телемедицина? Да. Це ось робимо ми тут всі процедури, переправляємо, наприклад, лікарю, якому захоче, через інтернет. Угу. Там воно ще багато всього. Круто. Це все в Червоновершки. Настроїли. Дякую вам. Ага. Тут вообще типа для инвалидов, потому что они зубы получили. Все, красиво. Все, спасибо вам. До свидания. Это в Европе таке десь проходило. Все, до свидания, спасибо. Классно. Удивлен. Це все в Червоновершки. Це все, говорю, в Червоновершки. Красота. Реформи в дії.